Мангал с шампурами, посуда для пикника и комфортный яркий гамак – вот составляющие идеального отдыха на своем дачном участке. Все это призы клиентам «Энергосбыт Плюс». Участникам акции «На дачу без долгов» получить один из подарков могли те самарцы, кто авансом оплатил счета за тепло за летние месяцы. Выбрала я шезлонг, он прекрасно у нас встал на даче, принес большую радость ребенку. Особенно потому, что можно ноги на нем задирать, он перекатывается, положение можно менять. Ну и никогда бы мы, наверное, сами такого не купили. Участвовали в акции почти 2000 самарцев. Призы выиграли 60 клиентов. Это у нас новая акция, которую мы поощряем наших клиентов, добросовестных плательщиков. И для того, чтобы люди спокойно могли весь сезон провести на даче, мы предложили поучаствовать в этой акции, оплатить за услуги теплоснабжающей компании полностью на весь период лета. Информация о победителях акции размещена на сайте энергокомпании. Забрать свои призы для дачного отдыха можно в офисах обслуживания клиентов «Энергосбыт Плюс». Ольга Павлова, Андрей Кургуленко, Максим Гусев. События.